1 февраля 2020 года, друзья. Смотрите, вот что сейчас происходит на пруду. Вообще, приехал на рыбалку, но половить не представляется возможным, так как лед где-то, наверное, 0,5 вообще миллиметров. Даже вот где промоина, тут еще меньше, 1,2 миллиметра. Во-первых, не зайти, от берега лед отошел, начинаешь чуть-чуть там что-то пробовать, ноги проваливаются, все проваливается, ерунда, видите, снега нету, ничего нету. Фух, вот такой вот приезд, обламинго это называется. Я думал, если хотя бы где-то будут промоины, можно будет спиннинг с живцом кинуть, но в итоге нет, даже спиннинг не кинуть. Все ерунда, даже вот здесь в промоине лед маленький, если кидать живца, ну, то есть, я думаю, вы понимаете, там она просто об лед разобьется и все, зайти туда тоже не зайдешь. Короче, неудачный выезд, обидно, очень обидно, сегодня так хотел половить рыбу, сегодня выдался свободный такой у меня кусочек личного времени, можете наблюдать, все плохо. Этот выезд неудачный. Буду ждать морозов теперь, потому что либо очень теплой погоды, либо морозов. Но сейчас где-то минус 5 на градуснике.